жизнь складывалась так, что меня всегда выбирали и приглашали. Так получалось. И это всегда совпадало с моим либо интересом, либо желанием. Но движущей силой был, конечно, мой интерес. Иногда профессиональный, иногда я не имела отношения к предлагаемой мне работе, но интерес был просто познать и что-то сделать. Желающие работать в направлении развития есть всегда, потому что они приходят не на функционал, не на место, а они работают ради идеи. И если ты правильно артикулируешь, формулируешь какие-то перспективы или даже какую-то просто задачу, таких людей очень много. И действительно, надо просто внимательно смотреть вокруг и понимать, что один в поле не воин. Вот только вместе с, как я говорю, ненормальными людьми, которые живут не по законам нормы, а которые всегда хотят чего-то больше. Вот только с такими людьми можно изменять окружающий мир. Я, наверное, в процессе прежде всего своей профессиональной деятельности для себя вывожу очень простую, короткую истину. Я называю ее «не все», а потом расшифровываю. Не все думают так, как ты. Не все ведут себя так, как тебе хочется. Все люди разные. Значит, надо находить варианты такого взаимодействия с ними, если мы говорим о профессиональной деятельности, чтобы все-таки максимально учитывать их, эти особенности, если это возможно. Если мы обречены вместе работать, вместе жить в одном городе, значит, мы должны точно внедрять примирительные процедуры. Мы должны понять, что не те, кто пришли управлять, развивают регион или город. Развитие получается, если ты видишь и поддерживаешь людей, которые профессионалы в том или ином направлении. Видеть и поддерживать тех людей, которые реально, потенциально или реально развивают наш город или край.